В столице или регионах Армении, независимо от возраста и пола, жители недовольны обращением полиции с людьми и жестокими пытками. Граждане утверждают, что уже устали от такого поведения сотрудников полиции. Распространение сегодня в социальных сетях кадров о применении полицейскими силы к бывшему военнослужащему перед зданием Министерства труда и социальных вопросов Армении еще больше разгневало людей. Как видно из видеозаписи, слова начальника полиции сотрудникам правоохранительных органов «бейте по голове» очень сильно разозлило граждан. По сообщениям армянских СМИ, избитый военнослужащий доставлен в одну из больниц и находится в коме. Правозащитники и члены коллегии адвокатов страны планируют направить совместное заявление в соответствующие органы, в том числе международные гуманитарные организации. Между тем, Армения продолжает отзывать своих послов из-за рубежа. В этот раз премьер-министр Никол Пашинян отозвал посла Армении в Иране Арташеса Туманяна. А это разгневало дипломата. Он заявил, что больше не вернется в Армению. Сообщается, что бывший посол в Иране – человек из близкого окружения тандема экс-президентов Качарян Саркисян. Он занимал пост первого заместителя министра иностранных дел во времена ходжалинского палача Сержика Саркисяна. Хаяля Мамедова, Джамиля Мамедова, новости.